Завтра девочки будут открывать подарочки на канале у Маргариты, потому что не хочет она, нужно просто, наверное, в тарелочку положить. Ай, столько? Все, хватит. Ксюша у нас вообще никогда хвостик не закалывает. Так, маршмеллоу. Такие вот. Это как аниме глаза. Губы училась рисовать, нос. 2018 год. У тебя толстовку украли. Быстрей. Приветик. Как делишки? В нашем районе, где мы живем, и в соседнем районе появились, дяденьки. В общем, да, двое мужчин, которые ездят на белом бусике, и они воруют детей. Они сначала предлагают шоколадки, а потом... Поэтому больше не будете ходить одни. Да, такое тоже здесь бывает, поэтому... Знаешь, они именно в таких местах, в маленьких, не городах, а в маленьких районах, вот как вот в пригороде, вот, где есть много деток. Детки здесь одни в школу ходят, поэтому, знаешь, особо никто не переживает, но вот нужно все-таки это быть. Так, у меня тут обед варится, давайте ручки моем, будем кушать. Сегодня никого нет, да? А, сегодня ни у кого нет в обед. Календарь! Календарь, календарь, календарь! Давай, открывай. Сначала Маргарита. Хорошо. А нет. Это антисептик? Потому что тут что-то открывается и Клэйрс антисептик. Нет, не Клэйрс. Белее. Потому что весь Клэйрс тоже антисептик, а не такие. Он вкусно пахнет. Антисептик. Только когда будешь открывать, нужно сначала так воздух, чтобы кверху поднялся, а то она это... Вот. Такой вот антисептик. Он вкусно пахнет, кстати. Очень. Для этих. Коробочка для мозгов, как я уже сказала. Коробка для мозгов. Fresh meat! Что это? Для чего это? Для космического пола. Это для этих ватных дисков, ну, вообще-то. Ну, может, туда что хочешь складывать. Ну, как бы сюда ватные диски складывают. Может, еще что-то. Может, ты сама придумаешь, что сюда складывать. А что придумать, блин? Может быть, да. Не знаю, может... Конфеты? Да, вкусняшки. Так. Давай, открывай, Каролин. Номер вот. Номер 9. Номер 9, номер 9, номер 9. Что же там? Номер 9, номер 9. Ну давай. Это паук. Это лак для ногтей, Каролина. Дай мне чуть-чуть. Нет, вот так открывать нужно. Можно это делать, смотрите. Нет, это нет. Это нам. А у нас ватные диски закончились. Нет ватных дисков, надо купить ватные диски, чтобы наполнить. Мне нужно еще это. Вкусняшки. Конфетки всякие, печенюшки, да? И за раз все съесть. Угу. Давай постель заправляй. Найм. Что ты сделала? Дед Мороз. Дед Мороз. А там конфетка. Ну-ка. А это конфетка. Там настоящие конфетки? Да. Ну-ка, открывай. А, Смартис. Да, понятно. А тут? А тут это? Там нет ничего. Это кто тебе дал? В школе дали? Да. Да. Что? У нее новое видео опять? Перестановка. Она, какая? Да. Делаю перестановку в комнате. Кстати, ребята, если вы не знаете, это наша подружка, которая живет в Испании. Мы были у них в гостях, да, в Барселоне. Вот, у нее канал свой, называется Teen Girl. Очень классные видео. Девчонки всегда ее смотрят, очень интересно. И советуем им вам тоже. Ссылочку оставим в описании. Поэтому переходите, смотрите, у нее классные видео. Очень интересные. Перестановка вообще прям любимая тема у Ксюши. Сейчас она загорится и опять будет переставлять. Да, не удивлюсь. Кстати, она недавно собрала посылку девчонкам. Но мы, конечно, не смотрели. Я прячу это видео девочкам. Говорю, девочки, не смотрите, чтобы вам было интересно. Она собрала адвент-календарь. Вот, поэтому скоро дойдет эта посылка, и девчонки будут открывать 12 дней по подарку.
Там есть 12 съедобных и 12 несъедобных. Мама, бабуля. Там есть, да. Ты бабулю смотришь? Да, бабуля вот видео слайм делала. В общем, там есть подарки, которые подходят Ксюше, больше нравятся, и те, которые Маргарите нравятся. И посмотрим, кому повезет. А если она у меня выпадет? Ну, может, вы поменяетесь. Может быть, Ксюше, Маргарите попадется то, что тебе нравится, а тебе попадется то, что Маргарите нравится. Тогда вы договоритесь и поменяетесь. Вот, это видео тоже есть у Садат на канале, поэтому посмотрите оно. Мы не смотрели. Я мы держимся. Он такой крутой. Можно всегда менять. Осьминожка? А где его продают? Не знаю, Амазон. Амазон. Ну, в Испанию не присылают. Ну, если в Испанию поедем, то купим. Смотрите, снизу какой идет. Обещали с утра снег, даже ночью. Вот. Уже вечер, только снег пошел. Можешь гулять. Тебе не холодно? Ушла. Ушла по своим делам. Завтра девочки будут открывать подарочки на канале у Маргариты, потому что Маргарита завтра будет снимать влог. Два влога в день мы снять не сможем, поэтому завтра влог не выйдет здесь, а выйдет влог у Маргариты. Поэтому по ссылочке переходите на ее канал, и там они откроют вместе с Ксюшей. И Маргарита сама завтра, как просили ее подписчики, будет снимать свой влог. Сама. Без меня. Да? Поэтому... Я хочу куда-то один денек. Наклеить вот эту. Наклей? Оленя? Да. На лоб? Рика. Сюда вот так, пом, и все. Просто водичкой нужно? Угу. Так, я хочу пожарить чуру. У нас, оказывается, упаковочка осталась. Чурус? Чурус! Я хочу пожарить чурус. Чурус, последний. Чурус! Это что за пароход? Чу-чу или поезд? Давай. Что ты садишься на него? Мам. Оленя все-таки переводил, да? Да. Ноготь улетел? Я знаю. Мам, это... Это что? Получила? Молодец, дай 5. Мне нужно разгрузить машинку, полная посуды. Помыла столько. И загрузить заново. Так, и, в общем, пожарили мы чурусы, съели. Не успела показать, как дети растаскали все. Больше нет. Смеются надо мной мои. Думают, что я совсем уже ку-ку. Раскладываю тарелочки. Все по цветам, по размеру, по форме. Все, чтобы было одинаково. Каждые одинаковые тарелочки все вместе. А я-то для чего это все делаю? Все легко и просто. Когда я начинаю выгружать, я сразу беру несколько тарелок вместе. Не по одной, если бы они все были в разброс, я бы тогда по одной брала и вот так складывала. А так, так это крышка, смотрите, я сразу вот так беру все вместе. Вот так вот. И все. И быстрее. Вот так вот раз. И все. А так бы я стояла бы по одной, складывала бы, выбирала бы. Вот. Вот раз и готово, по форме все. Мой такой лайфхак. Ну, здесь, конечно, вот так вот все. Так, мы, у нас корм закончился. Не то, что закончился, мы его выбросили, потому что там завелись жучки. А теперь мы будем кормить свежей морковкой и салатиком. Да? Только нам нужно найти. Ти-ти-ти надо найти. Где она шевелится где-то, наверное? Она всегда прячется в разные места. Бесит, да? Бесит, говорит. Она сама к нам сейчас выйдет. Скажет, что вы меня там? Иди ко мне, моя девочка, не прячься. Вот она выходит. Будет. Нужно ее посадить куда-нибудь. Сюда. Надо сегодня за кормом поехать. Вот. Салатик. У нас только сушеные кушают, но не свежие. Это сушеный. Это сушеный? Нет, это свежий.
Не хочет она, нужно просто, наверное, в тарелочку положить. Накекала? Опять накекала? Маленькая моя девочка такая. Хорошая. Старушечка уже. 2 годика ей. Малышка. Ковыряется. Вот она, вот она. Вот она, подглядывает. Думаю, что там делают у меня опять? Вся мокрая, ну-ка. А что, без шапки пошла? Капец. Снег еще дойдет, да? Ты что, снег ела? Она снег ела. Пошла на улицу с тарелкой и с ложкой. Нормально вообще? Да. А почему он розовый? Красивый, я пробила. Они с трамплина берут снег. Взбиваю 3 яйца. Потом добавлю молочко и муки немножко, чтобы было погуще. Вот она снег набрала. Чистый хоть? Точно? И теперь будем поливать сиропом. Сейчас я мелко нарежу капусту. Прям мелко-мелко. И брошу туда. Много? Мы его еле-еле открыли. Ай, столько? Все, хватит. Попа слипнется. Все. Знаешь, хорошо получится из сухого снега, не из мокрого. У нас здесь нету сухого. Попробовать или нет? Да. Так, все, вот такой вот такая смесь каша-малаш у меня получилась. Сейчас я буду жарить на сковородочке такие вот оладушки с цветной капустой. Может, хватит уже? А? Иди суши волосы. Суши волосы! Так, все, оладушки уже жарятся. De mí se hace acabo. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Так, все, заканчиваю последние оладушки. И будем ужинать. Сейчас придет папа. Знаете, хочу сказать, что, конечно, вот такая вот кухня открытая вместе с гостиной. Это, конечно, красиво, это современно, модно, не знаю, что еще сказать, но это очень неудобно, потому что, когда ты готовишь, тебе даже вытяжка не помогает. Вся вонь, она по всей квартире. Мне приходится даже вот открывать дверь, хорошо, что хоть дверь есть. Я вот так вот открою. Ну, просто вот сейчас вот, вот этой едой жареной пахнет все абсолютно. Вот. Все помещение. Ксюша у нас вообще никогда хвостик не закалывает. А тут похоже на этого... На Джокера. Нет, не надо снимать. Мама. Ух ты, какая красивая татушечка и звездочка. Ой, снежиночка. Вот это красиво. Красиво очень. Мы уехали, Маргоша остается за старшую. Долго не смотри компьютер. Давайте, ведите себя хорошо, Бонечка. Ты тоже себя хорошо веди. Поехали. Папа знает слово. Поехали. Поехали в Испанию. Угу. Сейчас поедем. Так хорошо, магазин пустой, народу нет, спокойно ходишь. Никто тебя не это, не толкает, не пихает, место твое не занимает. Так, сейчас мы это все будем перебирать. Это тоже. Это? Нет, это мое. Это мое. Это мои любимые конфетки Рафаэла, самые любимые. Из детства. Да, я была маленькая, была Рафаэла. Да-да-да. Так, теперь нужно перебирать. Да. Так, в общем, что мы взяли? Вот такие вот конфетки взяли. Здесь ассорти. Ты что кричишь? Смотри, здесь маленькие гамбургеры. Ну-ну-ну. Марго.
Так, маршмеллоу. Вот такие мои. Вот рисовые, рисово-шоколадные. Это Ниппон. Ниппон, не понял. Так, Смартис. Это как МНДМсики. Еще маршмеллоу, чипсы. Вот такие вот. Это какой-то корн-сериал. И вот такие вот бананы. Ну и все. Чипсики. Еще такая же. А, Орео. 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 Хэппи бёздэй, Орео. И вот такие вот еще. Все, это нужно убрать в подвал, потому что если я здесь оставлю, то до воскресенья они доживут. Пойду я отнесу в подвал. На хранение. Нет. Давай, туда ставь. Макс, холодно, иди домой. Все. Тучки. У нас есть дома шлайм. Шлайм. Это мои все книжечки. Да. Тетрадочки. Да. Мой скетчбук. Вау. Смотри. Мой старый скетчбук. Посмотрим мой скетчбук старый. Нет, не посмотрим. Я вот не Елена. Это Ксюша рисовала. Да, Сау. А я понял, это пижама. Вау. Мне не нравится, потому что у нее сильно глаз огромный. Не, нормально. Да, огромный глаз. Сиси огромные тоже. И глаз огромный, и сиси огромные, и все огромное. Огромное. Вот этот глаз красивый. 2018 год. Почти 3 года я начала, 3 года назад я начала рисовать в этом скетчбуке. Ты мерда. Вау. Печенюшки всякие. Это как этот дудлинг. Да я глаза рисовала, училась. О, еще один глаз. Это я училась рисовать. Но мне не нравится, как у нее лицо паутки. Да, потому что это. Да я училась рисовать тело. Это еще один глаз. Ой, какой кошмар. Каролина. Это Каролина рисовала мне. Вот это вообще ужас. Я всегда хотела научиться рисовать лица. Портреты. А я тоже, а я не умею. Ну, вот это больше ничего, да? Это мне очень сильно нравится, это очень красиво. Это очень красиво? Возьму школу. Возьму школу, скажи, что-то ты рисуешь, да? Ну, это не так красиво, я рисую. Это как аниме глаза. Да. Губы училась рисовать, нос. Блин. Нос это очень сложно рисовать. А это я срисовывала. Это я в Pinterest нашла. В Pinterest. А ты Карина. Карина. Тоже училась лицо рисовать. Она прям... А это я рисовала на свой канал. Для личного дневника идеи. Вот это вот видео с вот этим вот рисунком, с вот этими идеями, набрало больше 1 000 000 просмотров. Да. Мне вот это больше понравилось. Так, это Каролина. Вау, смотрите. Это ты рисовала. Это что, я? Да, ты. А как, почему? Арбузики. Джуни. Август. Это я, по-моему, красками рисовала. Так, тут я рисовала. Это 10 фактов обо мне. Это тоже на тему. Факты. Это чего? Тоже на смотрите, тему фактов. 29 лет. Мне не 29, мне уже 32. Но я же говорю, 3 года уже прошло. Это тоже мут. Это тоже мут, это тоже мут. Я тоже мой мут больше делаю. Марина, когда же это связано? Пляжный. Вот это ваша мороженка, донат. Вот это. Снеговичок. Это кто рисовал снеговичка?
Это вы рисовали мне. Чего отворачиваешься? Меня. Это я не знаю, что такое. Это кто рисовал? Маргарита. Все, больше ничего нет. Это не скрипка. Новый Билли Айлиш. Тебя толстовку украли. У тебя толстовку украли. Быстрей. Что кричать-то? И дверь такая разлетелась, да? Танцы перед сном.